Новые меры для поддержки многодетных родителей. С 1 января в республике, как и во всех других субъектах, к региональному материнскому капиталу начали доплачивать бонусы. Семьям, в которых родятся третьи и последующие дети, отныне будут выделять ежемесячные пособия. Те, кто одним из первых в Чувашии получат эти деньги, в роддоме поздравили супруга главы республики Лариса Игнатьева и министра здравоохранения Чувашии Алла Самойлова. Со счастливыми мамами познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Дима, так мама назвала своего ребенка в честь одного из близких родственников, семьи Самойловых, долгожданный мальчик. Выписки младенца дома с нетерпением ждут две родные сестры. Их братик – богатырь, вес почти 3,5 килограмма. Мария говорит, о таком и не мечтала, это самый долгожданный подарок в Новый год. Ее сын появился на свет через несколько часов после боя курантов. Хотели мальчика. Дождались своего. Ну и как дочки восприняли пополнение в семействе? Хорошо, ждут. Плачут. Братика надо. Отчет новорожденных в президентском перинатальном центре начали 1 января в 2 часа ночи. Именно тогда на свет появился первый мальчик. Всего же только за 4 январских дня здесь родилось более 30 детей. В первые дни Нового года третьими в своих семьях стали пятеро малышей, причем все мальчики. Своим родителям эти дети принесли неплохую прибавку. Скоро они получат региональный материнский капитал. Плюс к этому ежемесячные выплаты по 5 500 рублей. В числе таких же мам практически все жительницы Чувашии, которые уже воспитывают двоих детей. Это шикарное подспорье, потому что все семьи, у которых среднедушевой доход в семье ниже среднедушевого дохода в Чувашской республике, в среднем по Чувашии, будут получать эту выплату. То есть фактически, по предварительным данным, все семьи, которые родят третьего и последующих детей, будут получать эту меру социальной поддержки. Сумма, равная минимальному прожиточному минимуму, рассчитанному для детей. На сегодняшний день эта сумма 5504 рубля. Эта сумма будет индексироваться, когда будет индексироваться сумма по прожиточному минимуму. То есть это ежеквартальная индексация. И фактически ежеквартально эта сумма будет расти. Эти пособия семьям будут выплачивать, пока их детям не исполнится 3 года. На исполнение нового указа средства выделяются из федерального и регионального бюджетов. Только в 2013-м будет направлено более 120 миллионов рублей. Да главное, чтобы здоровый был. У меня и мальчик, и девочка есть. Забеременела, я родила. Я даже насчет денег даже не знала и не думала даже об этом. Да, чтобы они родились в любви, чтобы в семье всегда, чтобы все хорошо было. Дети здоровые росли, самое главное. Михаил Васильевич всегда говорит, напоминает нам о том, что дети должны рождаться в любви. А это будет только поддержка для семьи. Поддержка многодетных семей будет только усиливаться. В следующем году в республике ожидается настоящий многодетный бум. Из бюджета только на финансирование ежемесячных пособий будет направлено более 300 миллионов. Между тем, демографические показатели в Чувашии улучшаются с каждым годом. Только за 8 дней население республики увеличилось на 334 человека. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.